Просто на ходу. Пау! Улетело. Я не похлопал. Вот сейчас похлопал. А для чего? Всем привет, уважаемые! Очередная карточка с моими реакциями, и сегодня будет аж целых 3 карты. Приятного просмотра. Короче, пробовали записать ММ-ку, не получилось, поэтому вот сейчас вот так. В упоре. Хорош. Сразу ходит из колонны. А звезда-то у меня. Чё дал? Просто на ходу. Пау! Улетело. На самом деле, нам сейчас за КТ сторону нужно забирать максимум раундов. Желательно раундов 8. Я наверх встал. Потому что если мы забираем 8 раундов, мы скорее всего выигрываем. Потому что эта сторона очень сильная. На ней отыгрываться просто самое большое удовольствие. Че, ребят, кто в комменты напишет, кому посвящена вот эта графитка на стене? Еще один. Вернул себе свой же ФАМАС. Еще есть? Не знаю. Да, есть. Каждый раз меня это преследует. Просто 5 хп, 6, 7, 5, 10, 15. 5, 10. 5-го, 4, 5, 10, 5-го. Ну, просрали тайминги, но раунд взяли. Ой, мы с Мурфы в чате, мы с Мурфы. Камеру приподниму, чтобы вам видно было, что там написано, это забавно. Извини, подсосал, но что поделать. Больше топа. Хорош. Кого? Что ты дал? Что это? Офигеть. Погнали по второй. Еще один справа. Сам. Машина, машина, машина! Надали. Ой, ой, извините, подсосал чуть-чуть. Как он? Я в него гранатой попал, я в него ему моликом попал, он еще не сдох. Хорош. Ух, тебя только что подсейвило. Хорош! Можем, умеем, могём. Умеете, могёте просто. Пошёл. Чего, блин? Он выходит, когда я начинаю выходить, понимаю. Да о, это... Да кого? Как это, блядь? Что это? Что это? Ну что это, блядь? Да что за тупость? Просто все мимо. Я прям в него стрелял. Прям в него стрелял. Ну, бывает и такое, ничего страшного. Ладно, попробуем третью тогда. Ну что, ребят, погнали по третьей? У меня. Есть огромная семья. У меня. И тропинка, и лесок. Могу. Хорошо. Чё так долго? Запуш под собой. Ниндзя дефьюз? Ниндзя дефьюз? Ниндзя дефьюз? Ниндзя дефьюз? Ниндзя дефьюз? Ниндзя дефьюз? Ниндзя дефьюз?
Офигенно, офигенно. Вот за это я тебя люблю. Почему? Не любишь ЦСКА? Я Зенит люблю, алло. Замечаю, что ты нейтральный. Ну типа, я говорю свое мнение, но никогда никого не ругаю. Ребят, вот с такими рассуждениями мы заканчиваем третью катку. Я надеюсь, что я это все достаточно красиво замонтажу. Все футбольные клубы крутые, ребята. Даже если вы болеете за Терек, если вы болеете за Ахмат, за Анжи, за Зенит, за ЦСКА, за Спартак, вы молодцы. Любите футбол, не сидите дома на жопе ровно, как я. Хорошего вам настроения, будьте молодцами. Люблю вас и до скорой встречи. На Ютубе ролики каждый раз через неделю. В ТикТоке ролики 3 раза в день. Пока-пока. Что-то как-то прям аж сердечко ёкнуло.